собираю пакет. У меня сегодня девчонки ко мне на домой придут, на домой. Покраситься, подстричься. И вот собираю краски, маласки. По-моему, у меня нету окислителя. Тоже баночку небольшую взяла. На всякий пожарный. Пить охота. Пошла за водой и совсем забыла, что сегодня среда. И магазин у нас закрыт. А я не помню, поздоровалась я или нет. В общем, всем привет. Без воды буду из-под крана пить. Она не очень из-под крана. Пипец. Совсем с головы вылетела. А еще из дома выезжала. Говорю, сейчас заеду. Там на работе в магазин зайду, воду куплю. Но нет. У меня там машинка стирается. Сегодня день спокойный. По средам всегда народу мало. Поэтому отдыхаем, скажем так. Я уже дома. Веники-беники будем есть, вареники. С картошкой и грибами. Колбаски немножко отварила, но это больше Чарли, чем мне. Сметанкой три рябухи себе достала. Я сегодня одна дома кушаю, поэтому у меня такой, скажем, пир горой. Заметно, да? Я всегда, когда одна дома остаюсь, ну, обедаю, я какую-нибудь еду такую быстрое приготовление. Ну и чтобы быстренько и вкусно. Потому что муж у меня точно вареники не будет есть. Хотя знает, не, он пельмени не любит, поэтому вареники он тоже, наверное, не любит. Что пробовать-то? Зачем добро переводить? Правильно? Правильно. У меня еще кашка разогрелась. Я вчера на ночь сварила кашки. Обожаю кашки. Пшенная. Вкусняцкая. Я ее еще жиденькую сварила, как люблю. В общем, всем приятного аппетита. У нас тут чаепитие с Таней. Не, ну Настя, ну, красивая. Смотрите, какой делай. Не знаю, что будет. Сересу. Она хотела черешню. Я ей забацала черешню. А там самая вишня. Там вся вишня получается. Я ей забацала черешню. Она где-то увидела у кого-то там. Была краска черешни. Говорит, нет у тебя? Нету, ну мы же сделаем. Зато вишня. Ну чем не черешня? Нет, мы сейчас ее смоем, посмотрим, пока мы чай пьем. Вот. Черешня, все к лету. Главное, что не клубника. Вот так вот, видите, к всему нужно относиться с юмором. Да. Смотрите, какая у нас Таня шикарная. Мне прям волос так и понравился. Это мои цвета. Это мои цвета любимые. Вообще прям классно. Да, вообще шикарно. Мне понравилось, прям класс. Мне б такую. Ну и себе сделаешь. То забацаем. Так. Вот такой у меня погром. Сейчас будут там волос целый этот. Ушли девчонки. Девчонки. Сделала их красивыми. Ну, в принципе, как они хотели. Там дед вон болтает, уходит. А вон они идут. Ушли. Только что. В общем, сейчас буду убирать, наверное, пропылесосю, потому что волосы везде летели. И все, и отдыхать. Наверное, чайку попью. Вот так вот. Такой вот я работяга. Чарли тут замучил уже всех. Из-за того, что я с ним не погуляла, он вот так ходит, ходит, бегает. Смотрите, что тут наделал. С ним вот игрушки всех замучил. Давайте играть с ним. Хотел внимания своего. Блин, что-то у тебя тут... Надо отрезать тебя. Тоже тебя подстричь. Тоже тебя стричь. Вот так вот, когда его не выгулишь, он вот такой вот противный. Противный. Вот такой противный. Вы знаете, стою вот тут на кухне и думаю, вот. У меня раньше вот это вот для пакетов была прям всегда переполнена. Все такое полное. Вот. И от того, что пакеты были бесплатные, их было дофига. Ну, типа, сейчас борются за природу, и пакеты стали платными, ну, и даже не из-за этого. А все время с тележечкой хожу, и пакетов нет. Ну, тут что-то мне вчера мысль такая пришла в голову. Для чего я эти пакеты использовала? Меркадоновские там или обычные? Вот для чего вы их используете? Я их использовала для мусора. То есть я их в ведро клала, в мусорное ведро, и туда мусор выкидывала.
Вот. Это не все на ночь. Представляете, такие мысли приходят, когда спать не, ну, ложишься спать, надо о чем-то думать. И я вот об этом подумала. Ой, об охране природы, скажем так. Вот. И, а иначе я просто так вот мешки, вот эти пакеты не выбрасывала. В мусор там, не знаю. Ну, я их использовала по предназначению, я в них выбрасывала свой мусор. Вот. А сейчас типа о том, что нужно планету сохранять от всяких пакетов, их стараемся использовать меньше. Но! Есть одно но. Ведь мусорные обычные пакеты, обычные, в которых мы выбрасываем мусор, они же тоже пластиковые. Я также в них выбрасываю мусор. То есть я раньше выбрасывала в пакетах магазинных, а сейчас я покупаю эти пакеты. То есть я не вижу никакой выгоды. Может быть, я уже, знаете, вчера ночью и так думала, и сяк думала, но я не вижу совершенно никакой выгоды, никакого бережения природы. Потому что раньше выбрасывала в пакетах, что сейчас в пакетах. Смысл? Ладно там, если бы мусорные были какие-нибудь там быстро разлагающиеся, то я бы еще поняла, а так нет. В общем, представляете, какие у меня мысли в голове бывают о мусорных пакетах. И вот решила поделиться, как бы вдруг вот, может быть, я что-то не понимаю или еще что-то. А еще у меня какая-то девочка потеряла какую-то таблетку, представляете? Таблетки-бараночки. То есть, как были пластиковые пакеты раньше, я в них мусор выбрасывала, так я сейчас вот в таких выбрасываю. Такие же самые пластиковые пакеты. Смысл? Не знаю. Хотя вот посмотришь везде у нас по передачам, очень часто вы там, знаете, черепаха, у которой изо рта достают этот пластиковый пакет. Или там этот, как его, ну, другое животное, морское, запутанное, все в пакетах. Конечно, жалко все это. Все это мы не бережем. Не знаю, как-то перерабатывать надо. Или вот в океане плавает целый остров вот этих вот отходов. Это целый остров. Почему никто не соберется и не как бы этот остров не уберет, не переработает? Я вообще этого не понимаю. Все об этом говорят, но нифига никто ничего не делает, кроме вот, ну, запретили, да, продажу, бесплатные пакеты. Но, блин, так же мы их покупаем. Ну, не так же, конечно, я сейчас меньше, но, не знаю, они более прочные стали, представляете? Хотя бы они платные, но они более прочные стали, значит, там пластика больше. В общем, какая-то бредовая мысль мне пришла в голову, но, тем не менее, она пришла. Знаете, уже сегодня жарко. Вот сейчас девчонок стригла, и мне прям жарко стало. Классно. Хотя что-то там мне сказала подружка, что на субботу дождик, но мне никакого дождика не передают. У меня два сайта есть, по которым я погоду смотрю. Не знаю, за погодой не хочу ветра. И вот я слежу. Конечно, написано, что 25, но вот уже 28 написано. А передавали 23. 28. Фиговый. Я сейчас буду смотреть телек, и там скажут точно. Это кого интересует наша погода мантрильская. Все, Чарли у нас устал. Он играл с той игрушкой, всех достал, гавкал тут по 15 раз. И вообще. А я пойду черешню помою. Я вспомнила, что у меня есть вчерашняя черешня. Знаете, она какая-то немного вялая. И не такая. Я люблю черешню, чтобы она упругая была такая. Знаете, прям... А это немного беловатая. А где она у меня есть? Где же ты? Где? И что-то думать на завтра, что приготовить. А, нет, я не черешню буду, я буду личи. Ой, блин, сметана мандыкнулась. Хорошо, что она закрыта. Мандыкнулась. А, где черешня? А, я ее туда положила. Ну, я ее на завтра ставлю. В общем, личи в стеллаж я открывала. В банках. Вот таких вот алюминиевых держать их нельзя. Вообще ничего нельзя. Мы даже когда тунец открываем и не съедаем, перекладываем его во что-то стеклянное. Потому что потом при открытой банке, ну вы, наверное, все это знаете, но кто не знает, расскажу. Когда открываешь банку, вот эту консервную, потом начинает туда воздух подпадать,
и алюминий какой-то, и вот эта банка начинает как бы окисляться и вырабатывать какие-то вредные вещества. Я не знаю, правда это или неправда, но пару раз я знаю, что один раз у меня точно вылезла аллергия, очень страшно, я даже ездила в скорую помощь, потому что у меня вот так все покрылось. Вот, и я знаю, что это от него, потому что банка лежала буквально день, ну сутки. И я доела этот тунец, и все, и пипец пришел мне. И с тех пор я всегда либо выбрасываю, прям сразу выбрасываю, или Чарли отдаю, ну, когда не доел, или вот перекладываю в стеклянную ложку какую-то. А сейчас я буду вот это кушать. Мне, кстати, лич очень понравился, вкусненькие такие. У нас около 10, смотрите, как светло. Туман небольшой. Кстати, на следующей неделе передают жару-жару, а на этой пока не особо. Ну да, не особо жарко. И прям на следующей неделе передают лето. По телеку у нас ничего. Вообще не смотрела одни, знаете, эти дебаты. Так как выборы на воскресенье, поэтому там только одни политики кругом разговаривают. Так что включила себе военный фильм. Не помню, естественно, какой. И буду смотреть военный фильм. Мне иногда в охоточку нравится смотреть военные фильмы, только они, чтобы, знаете, были не такие, чтобы прям вот взрывы, убийства и все такое, а было, чтобы все вместе было, и любовь, и все на свете. Вот, вроде бы он и этот фильм о блокаде Ленинграда, как молодые девушки, только что вышедшие из школьной скамьи, сошедшие из школьной скамьи, строили железную дорогу, чтобы еду доставляли по ней. Краткое содержание вам передала. Вот, так что пойду я сейчас фильм смотреть. Слушайте, ну на улице прям даже прохладно. Я даже замерзла стоять. Так что бокончик закроем. И будем с вами прощаться до завтра. Всего вам самого наилучшего. Встретимся с вами завтра. И всем пока-пока!